И снова всем здравствуйте, ребята. Мы находимся вот в таком вот месте, в красивом, обалденном. Смотрите, вот тут Михайловна грибы собирает, а мы тут с Серегой рельсу нашли. Нашли там ее с валаном, а добывать там ее будем с серым. Так, сейчас камеру прикрепим и будем смотреть, что у нас получится. Две штуки вот так же пробивал и разбивал, только вот это было у меня распухло до половины, чуть больше половины. А ну-ка дай попробуй. Да, нету, то хули она тупая. Вообще ништяк. Я не знаю, что ты его тупая. Я говорю, отлетели эти, бля. Кто? Вообще ништяк. На конденсаторе, бля. На-ка, держи. Ну, это, ты не становись нахуй под это, под кувалду. Ты не видел, как кувалду бьет? Держи, бутылка висит, да? Да. Нахуй надо отпустить. Отключимся пока. Сейчас буду точить зубило. Там на станке что-то сдохло. Поперли. Вот результат нашего труда.
на сегодняшнюю минуту. Мы уставшие, но довольные. Мы ее вытравили, вытащили. Так, вот такая вот она. Что будет дальше? Одному Богу. Сейчас будем зубилом пробивать. Убежала. Чего я сразу-то не разделся? Тут... Иголку, блядь, цыганскую. Кувалду держи. Давай? Кувалду сходит. Нет? Да пока нет. Ну будет. Здесь не зацепила нас ничего. А что она зацепит? Бойся. Что, щепки полетели? А? Щепки, ты посмотри, что не улетели. Держи. Смотри. Я вижу, улетело. Все улетело. Ну вот, ребята, время 12 часов, мы все еще не можем отломать рельсину. Не поддается она нам. Просто не готовы.
Ну, все говорят же, быстренько можно. Вот оно быстренько, уже какой час? С 9 часов все быстренько. Так а что, нечем, если инструмента нет? Ну, зубило же есть у нас. Да? Это не зубило. Слышь, а это скривилось, зубило? Ну, согнулось немножко. Надо выпрямить его. Хуя себе, блядь. Немножко. Вон какие уже у нас туда рубцы пробили. Хорошие. А она все у нас не хочет ломаться. И с этой стороны полоса. А полотна ни хера не пилят. Или полотна такие. Ну ладно, будем дальше долбить. Мы все колотимся. Вот скажи мне, пожалуйста, посмотрите, мы ее расколотим сегодня? Не знаю. Не знаешь. И я не знаю. Но я думаю, что да. Если долго мучиться. Продолжение следует. У нас Макита появилась. Взяли на прокат. И вот что она творит. А? Я говорю, вот что она творит. Время ровно 9:00. Ну и как? Нормально? Горячо. С Болгарии это как все просто получается, быстро. Выключай. Все, не пили. Все, менять так, надо. А ну-ка, ёбнем. Ну давай, ёбнем. Ударь. Наоборот, наверное. Нет, сверху надо бить. Подальше. Давай приподнимем, попробуем. Ну-ка, Серега, мы не поднимем же. Ну давай попробуем. Да, мы и не подняли. И не подняли, да. Все, не трогай ее.
взломали. Не прошло и часа. Все. Кирдык. Победили. Фух. Вот эту еще победить надо. Где у нас еще? Сейчас. Будем стараться. А как резко он останавливается? Вот он результат. Два реза. Макита такая не делает. Время сейчас скажу. Я говорю, что Макита не делает два реза. Такая болгарка. 9:33. За полчаса можно разбабахать хорошей болгаркой только так. Если будет 220. Все. Или этот, как его? Надо на этой смотреть. А вот у нее аннотация. Макита 125 миллиметров. Тупо 8500 минут. Это оборот, наверное. М14. 8000 оборотов в минуту, что ли? Да. Ну это дохуя, а что-то сильно. Нормально. 8000. Makita Corporation. Сделано в Румынии. Ага, понятно. И батарея здесь у нее. Такая вот батарея. Ну на два реза всего не хватает. Это зарядная. Это батарея. Это батарея? Да. Сейчас она вот так вставляется. Ну, понятно. Вот. Нажал. И вставляется. Ладно, погнали. А вот кнопка раз. Видишь, одно деление. Все, значит, села. Ну что, пойдем пробовать. Несколько дней мучений. Так, надо надо собрать ее. И время 9:44. 9:44. Один урок нам хватило на все это дело. Это был урок первый — пение. Осталось рисование и труд. Вот так вот она победила. И так вот ровненько она ее откромсала. Пропил всего вот. Вот и вот и вот. Здесь вообще не пилено. Вот эта нижняя полка вообще не пиленная. Тут по
по-другому она отвалилась. Как отвалилась, так отвалилась. Мы ее сделали. Все. Едем мы ее дальше, сейчас пошинкуем. И она поедет по назначению. Крест какой-то получился. Крестик получился у нас. Ну, что дальше будет, посмотрим. Покажу. Другая там отпиливает, не отпиливает, а это сидушку откручивает. Я вот пошел посмотреть, можно другим путем выехать. Пока нельзя было полуострове. Не швом бьется, блядь, а. Подожди, побудь. Вот так надо, чтобы попало. Давай, попало. Поднимаем. Не идет. Шо, блин? Подожди, подожди. Подожди. Отойди.
смотрим, ребят, смотрите. Ал. Что такое ал? Не знаю. 1А. 1А. 1948 год. И вот тут, походу, было КМК. КМ. А может не КМК. Вот это вроде здесь как К выглядывает. Из-под дырки тут М. А дальше не видно ничего. И больше ничего мы не нашли на ней. Вот такая вот попалась штуковина. 1А. Ну вот, ребята, наш заработок за сегодняшний день. За два дня, блин. За два дня, вернее. Ёбли. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Еще разменную монету дали, 300 рублей. 6300 рублей нам обошлось. Подержи-ка. Нормально. Нормально?